На заседании правительства Тверской области обсудили занятость подростков в свободное от учебы время, в том числе и во время летних каникул. В прошлом году трудовой опыт получили 7,5 тысяч школьников Тверской области. Планы на этот год такие же – не менее 7500 ребят. Подробности у Натальи Чекет. Летняя занятость для подростков – возможность получить первый профессиональный опыт и определиться с будущей специальностью, узнать, как организована работа в той или иной сфере. В Тверской области школьники могут найти различные виды подработок. Например, рабочий по благоустройству, официант, помощник повара, делопроизводитель, медицинский регистратор, работник сферы сельского хозяйства. В этом году мы возьмем, трудоустроим 10 ребятишек. Скорее всего, это будут работы, наверное, в поле. Вот, потом мы много вводим в этом году земли в оборот. Вот, тоже там нужны рабочие руки. Конечно, хотелось бы, чтобы кто-то вернулся, уже более квалифицированный. Вот, а пока просто посмотрели, что из себя представляет работа в сельском хозяйстве. В этом году для трудоустройства подростков планируется открыть 7,5 тысяч вакансий. Рабочие места планируется создать как в бюджетных организациях, так и на крупных коммерческих предприятиях. К слову, сейчас все больше ребят трудятся в компаниях вне бюджетной сферы. В первую очередь жилищно-коммунального хозяйства, обрабатывающей промышленности, транспорта, общественного питания и торговли. Мы закрыли нехватку рабочих рук в период летних отпусков. 40 ребят, которые работали у нас, они все были довольны, получили зарплату. И сейчас уже с мая месяца они просятся уже к нам выходить на работу. Уже лежит перечень резюме. Сначала выделили такие профессии, которые не требуют долгой адаптации. Да, это и комплектовщики, это упаковщики, это работа с архивами, подшивка документов. Но и самое интересное, что ребята работали даже в бухгалтерии и в IT, заполняли карточки товаров в нашей учетной системе. Во время заседания регионального правительства губернатор поручил обеспечить дальнейшее развитие системы трудоустройства подростков в округах и районах Тверской области. Среди ключевых задач – увеличение количества рабочих мест, востребованных в организациях области. В качестве примера Игорь Рудени отметил большой потенциал сферы здравоохранения. Важно также, чтобы дети получали опыт работы в органах власти, администрациях территорий и на муниципальных предприятиях. Со стороны самих детей, конечно, это ориентир по жизни, кем бы они хотели стать. И поработать на предприятии – это очень интересно, потому что они будут вливаться в трудовой коллектив, у них будут наставники. Соответственно, они будут понимать, какая специфика, какая особенность той или иной специальности. Они могли бы проработать летом на нескольких предприятиях, пройти практику, выбрать, какое бы предприятие было бы ближе по корпоративной культуре, по организации. Еще очень важно, что это должно происходить и по месту жительства детей, потому что сегодня мы говорим о том, что мы хотели бы, чтобы молодежь у нас трудилась, работала, не уезжала. Особое внимание планируется уделить трудоустройству подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ребятам из многодетных семей. Востребованный формат обеспечения занятости для этих категорий – лагеря труда и отдыха.